Это просто жесть, вы посмотрите на это количество. У меня даже картинка начинает лагать от этого количества. Он убивает зеленого. Вы посмотрите, что происходит. Да нет, не его, не его красного. Они выбросили его. Всем привет, друзья! С вами как всегда Ромз, и добро пожаловать в Among Us. Смешные моменты из ТикТока и не только. И я для вас приготовил офигенно крутые видосы, поэтому перед началом будет очень сложный челлендж. Нужно прямо сейчас за 3 секунды поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Раз, два, три. Спасибо большое, а также напоминаю, что ссылка на оригинал будет в описании. Приятного вам просмотра. Итак, друзья, первое видео называется Among Us, но 1001 игрок. Это просто жесть. И от этого автора мы уже смотрели два видео: Among Us 100 игроков и Among Us 99 предателей. Но как будет выглядеть 1001 игрок, я даже не представляю. Офигеть, вы это видите? 99 предателей на 1001 игрока. Это просто жесть, вы посмотрите. Смотрите на это количество, у меня даже картинка начинает лагать от этого количества, и там все друг друга убивают, вы слышите? Просто убийство каждую миллисекунду, что делает Стив? А, вы смотрите, Хедкраб запрыгнул на стол и нажал кнопку, список игроков колоссальный, о май гад, это трэш происходит. Что? Опасность? Корабль терпит крушение? Что происходит? Все, поздно. Офигеть, вы посмотрите, корабль просто разбился на две части, стол улетел в космос, у них проблема с кораблем. А, я думал, что на две части, но весь корабль разлетелся, подожди, Стив перепрыгивает в комнату, я понял, в комнату с метеоритами, что он будет здесь делать? Здесь осталось примерно 10 человек, может быть немножко больше, он спрашивает, где мой хедкраб? Кстати, его хедкраб улетел вместе со столом, если не ошибаюсь, он же остался на кнопке, и он улетел вместе с ней, говорит, он умер. О май гад, красный вышел из люка, и все такие в шоке, что? Сейчас кого-то убьет. Сейчас кого-то убьет, так, подожди, подожди, два игрока его не пускают. Его должны выкинуть, его выкинуть. Ты уби... Он убивает зеленого! Вы посмотрите, что происходит, это такой экшен. Смотрите, красный подходит к зеленому, он убивает его. И его выбрасывают через стекло. Но почему другие не погибли? Поедили там у нас... А, вакуума уже нет. А его еще... Он еще и подстрелил его с пушки. Говорит, все отлично, мы выиграли. Получается, в этой комнате больше нет предателей. Окей, эта часть корабля осталась целая. Что делает Стив? А, внизу еще несколько частей. Он разгоняется. Прыгает. Прыгает и падает куда? Куда, куда? В комнату со щитами. Так, подожди, сколько здесь человек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Около 8 человек здесь остается. Так. Где Хедкраб, увидели? Ты предатель! О, май гад! На него все подумали, что он предатель, его прижимают. Беги, Стив, беги! Давай, 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 давай. Красный предатель, посмотрите, он убил фиолетового. Так, заметили красного. Побежали в другую сторону. Стив пробегает в комнату связи. Здесь красный спрятался. О, не-не-не-не-не-не-не. Уходи, уходи, уходи. А у него же откат, у него же откат. Так, подожди. Стив делает... что он сделал? Надел наушники. Вызывает помощь. Вызывает помощь на карте полюса. Капец, автор просто красавчик. Здесь реальный экшен. Реальный просто сюжет происходит. Он потерял своего хедкраба. А там в комнате спасения просто туса. У них пицца, у них напитки. Они дэнсят просто, смотри. Там Стив вызывает всех. Пацаны, пацаны, нужна помощь на всех языках. Помогите. Там, посмотрите, там реально было на китайском. Смотрите, помогите на русском, на английском. На всех языках просто мира. Бросает трупиком, бросает него стулом. Тут выбегает предатель. Тихо, 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 тихо. Отходи, 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 отходи. Да нет, не его, не его красного. Они выбросили его. Они выбросили. Еще три импостера осталось. Подожди, три импостера в живых? Это только в той комнате или в другой комнате тоже? Я не понимаю. Так, он летит, летит просто в космосе. Канистра с бензином. Так, цепляется за провод. Так, в электричество. А, там никого нет. А, его немного развернуло. Куда он летит дальше? А вот он стол! Вот он стол с его хедкрабиком, с его питомцем. Он нашел его. Так, нашел, отлично. Так, подожди, иноцент. Что? Хедкраб... Он выбросил хедкраба? Он выбросил... Что сделал красный? Смотрите, он разгоняет... Он пнул хедкраба! Нет, он же так долго его искал! Скорее всего, это предатель, кстати. Это, скорее всего, предатель. Вы посмотрите, они построили лесенку. Они построили лесенку из космонавта, чтобы спасти его. А вот импостер.
Он убивает последнего и сбрасывает всех. Что происходит в этой карте? Так, там обрыв. Тут медкабинет. Он забежал сюда, медкабинет. Так, 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 что делает? Набрасывает подушки, набрасывает подушки. Хиткраб прыгнул ему на голову. Так, 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 так. Говорит, иди сюда, иди сюда. Так, еще одну подушку, ложится. Падают. А, они падают. У них же, да, кораблекрушение. Что? Они упали на полюс, и он, кстати, выжил. Выжил он и Хиткраб. А красный предатель, получается, погиб, от него трупик упал. Так. О, Бэткраб и Стив выжили. Блин, слушайте, это, блин, настоящая реальная история. Мне офигеть как понравилось. Но количество игроков — это просто жесть. 1001 игрок. Я представляю, насколько сложно было все анимировать. Ну а сейчас, ребят, к следующему видосику. Итак, карта полюс. Смотри, вылазит, вылазит. О, его заметил синий. А, не успел. Не успел ничего сделать, его убили. Так, красный возле стола. Вылазит, оранжевый, так. Привет, красненький. А, он его не видел, он выполняет задание. Он выполняет задание, он не заметил, что к нему подошел. А сейчас заметил. Что, кого нашли? А, синего нашли. Оранжевый спас. Что-то там спас, я не пойму. Он вообще-то был не спасал. Так, ладно, черненький зашел в медкабинет. Что произойдет? Что произойдет? Черный предатель. Перезарядка у него, я так понимаю, не очень быстро. У него сколько? Так, зеленый заходит. Он его не трогает. Заходит коричневый. Зеленый он вообще закрыл телом своим, смотри. Зеленый уходит. Убивает коричневого. А, 10 секунд перезарядки у него всего лишь. Я понял, что он сделает. Неужели он сейчас... Я где-то такое видел. Либо это то же самое, либо это новая тема. Смотри, он прикрыл трупик. Филит его не заметил. Он опять убивает его. 10 секунд перезарядки. Он всех в одном месте убивает, вы понимаете. Минус синий. Он убил уже. Раз, два, три, четыре. Четыре убил. Четыре человека. Пять. Белого. Пять человек завалил. Сколько еще? Шестого оранжевого. Сколько? Шесть. Их получается... Желтый, седьмой. Их было 8 человек, получается. Или 9. Так, синенький идет, синенький бежит, спешит, куда, кстати, он предатель, я только что заметил. Так, в комнату связи. А, здесь их несколько человек, там два предателя. Так, один уходит, нужно, чтобы один ушел. Так, даблкил сделали. Сейчас они по-любому на кого-то нагонят. Так, я видел красного. Так, а убийца, получается, желтый и синий. Говорит, нет, это красный. Это красный или желтый? Я видел красного. Красный первый. Нет. And blue. Они, короче, начали гнать, но они как вдвоем играют, они подыграли. Красный. Сейчас красного кикнут, да? Ну-ка, давай. Я обожаю такие моменты, когда реально выигрывают вам катку мирные. Так. Оранжевый идет в поисках своей жертвы. Кого он сейчас будет находить? Пока что никого не нашел. Так. Что он нашел? Медкабинет. Запрыгнул в люк. Кстати, я плохо знаю эту карту. Ага, в туннель. В туннель дезинфекция, да? У него 8 секунд, кстати, перезарядки кила еще. 8 секунд. А сколько человек осталось, неизвестно. Так, зеленый пришел. Ага, все, увидел. Открывает. Привет, дружище. А там же двери закрылись, пока идет дезинфекция. Перезарядка 4 секунды. Тебя не сбежать, чувак. Просто жесть. Вынесли, вынесли, красавчики. Так. Зеленый играет за мирного. Что, куда он идет? Подошел на камеры. Так, на камерах посмотрел. Никого рядом нет. Так, чекает камеры. Никого нет. О, вы видели? Вы видели справа внизу? Люк открылся. Люк открылся. Беги! Беги от синего. Просто рванул на все ноги. Бывает такое. Видишь предателя, просто бежишь. Три. Фух, успел. Я думал, сейчас не успеет. Сейчас напишет синий. Синий вентиляции. Лаймовый вентиляции. Синему не поверили. Синему не поверили. Бывает такое, кто первый напишет, тот и прав. Серьезно, такая бывает штука. Так, вылазит. Беги. Беги, Форест, беги. Там еще один предатель, ему нужно убить. Перекрывай двери. Быстрее. Все, минус. Победил или нет? Филетово... подожди. Его сейчас выгонят. Где? Это белый. Окей. И белого выбросили, что? Как я такое не вижу, когда ты просто играешь за мирного, все убивают, и такой, тебя выбрасывают, и ты такой, что? Так, подожди, черный пробежал, еще раз черный пробежал. Так, он ничего не делает. Смотри. Опять черный бегает, посмотрите, опять он черного видел.
просто бегает. О, у меня бы сразу закралось подозрение, что черный, возможно, один из предателей. Так, что он делает? Так, голосование. Блэк. Он ничего не делает. А, все, выбросили. Угадал? Да, угадал. Я же говорю, что угадал. Так, мистер Тыква, смотрите, здесь у нас голубой, и там стоял еще один чувак. Коричневый, что ли, если не ошибаюсь. Так, он уходит. Этот возвращается. Этот ушел. Зачем он здесь постоять решил? А, возможно, он думает, что предатель, он сейчас кого-то убьет. Так, возвращается. Трупик коричневого за ширмочкой лежит. Лежит, отдыхает. Давай, 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 подбирай его. Сейчас напишет Сиан. Сиан, где? Где такой, да? Никто не понял. А он, получается, ливнул с игры. Ну, естественно, его просто спалили. Его просто спалили. Так, оранжевый идет вниз. Идет вниз в сторону хранилища. Заходит сюда. Так, красный заходит. Якобы делать карту. Так, и что? И что? И карту слишком долго делает. Но уже прошло столько времени с игры. Допустим, игра уже несколько месяцев популярна. Уже все научились выполнять карту. Говорит, рейд фейк свайп. Голосуйте за красного. Он написал, что типа слишком тяжело. I was dealing so hard. Он не свайпал. It's a common task. Это слишком... А, ну типа слишком легкий таск. Ну да, в принципе, все, кто играет в Among Us, уже все умеют свапать эту карту. Уже все научились. Это в начале, первую неделю была проблема. Сейчас уже все без разбора хорошо ее проводят. Да, скорее всего, все-таки красный, потому что слишком долго стоял возле стола. А таски не выполнялись, поэтому, ну, заподозрил. Так, коричневый. Что, кнопка не зажата? А, кнопка неактивна, еще 11 секунд. Он специально спалился, смотри, вентиляцию, их осталось двое. А кнопка не работает. У пацанов паника, у пацанов паника. Он сейчас еще саботаж сделал. Он просто издевается над ними. Походу, их они остались втроем. Капец. Ну, это смешно. Да, да, это было просто издевательство. Это слишком жесткое издевательство. Так нельзя издеваться над людьми. Так, черный бегает с голубым. Тут еще красный присоединился. Так, кто-то из них убийца, что ли? А, голубой просто бегает, ничего не делает, да? Он слишком пристально за ним следит. Пишет Сиан. Угадал или нет? Вот реально, слушай. Ну прям Нострадамус какой-то. А, все с ником Error 404? Как такое можно сделать? Как можно сделать одинаковые ники в игре? Вот как это вообще возможно? Так, найдено два импостера. Error 404. Все 404. Все Error'ы, все такие странные. Так, черный нажимает. Что? Победа сразу в секунду? Это жестко, ребят. Ну а на этом, друзья, будем заканчивать видосик. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был как всегда Робзи. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и покедова.